Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ, и мы сегодня играем в Kerbal Space Program. Это давно уже игра вышла, но я наконец-то заполучил ее себе. И мы начнем, наверное, кампанию. Да, карьеру. Вот карьеру. Ну, на нормале, наверное, будет скучно. Но мне хотелось бы сохранение ставить. То есть я включу хард, но я вот изменю вот эти два параметра. Это можно будет перезапустить старт. И где моя любимая картинка? Свою картинку я сюда не забрасывал. Там где-то есть, как это делается. Я не помню, какую я выбираю обычно. Землю? Нет. Вот эти синенькие штучки. Самолетик. Ну, самолетик мы, может быть, и будем строить, но НАСА. Не помню. Давайте вот челночок вот этот выберем. Он такой синенький. Это, в принципе, не важно. Так, и мы начнем. Для меня это все в новинку. Ух ты. Видел. Видел это. Так. Что нас требуют, просят сделать? Это заполучить что-то вроде заполучить научные данные. Так, возьмем научные данные. Запустить первую ракету. Запустим. Так, и все, у нас больше нету. Кончились слоты. Так, давайте что-нибудь здесь создадим. У нас есть только эта штука. Я не знаю, движок, наверное, можно не цеплять. Столько нового интересного. Шасси пока не открыты. Энергии. О! Это научный модуль. Хорошая штука, пускай будет. Один, пока один. Я думаю, сначала мы лететь никуда не будем. Просто это все. Хотя можно и полететь. У нас тут есть маленький модуль. Нам сказали запустить ракету, почему нет? Так, и возьмем два этих. Так, я нажимаю X, видите, раздваивание. И у меня получилось ушастый такой кораблик. Так, я думаю, одной. И вот здесь нам разъединить их надо. Чтобы они не одновременно. Так, кто у нас полетит? Пилот. Нет, не пилот. У нас сайентист полетит. Ученый полетит. Так, хорошо. Так, вот мы на стартовой площадке. С
сначала мы возьмем данные с поверхности, с планеты, да, сохраним их. Крейт репорт есть. Так, Recover Vessel. О, тут прям здесь можно поменять, да? Монопропилен. Нет. Просто можно выключить. Но поменять не... А, зато мощность можно поменять, да? Хорошо. Прямо со старта можно поменять. Это не надо в этом учиться. Прекрасно. Ну, будет Crate Report? Есть. Вот, Crate Report. Отлично. Отправлять нас нечем, потому что нету антенны. Так, как теперь это скрыть, чтобы оно мне не мешало? Да, ну ладно. Так, здесь... А, просто нажать на любое другое место. Я хочу... активировать не хочу. Ладно. И приготовиться к запуску. 3, 2, 1. Так. Все. Сейчас вроде, насколько я знаю, вот нельзя запускать, да? Он подсвечивается. У меня все отключены, и стабилизации никакой не может быть, потому что мой не пилот, он ученый. Он не может управлять этим делом. Так. 100. Мы падаем. Летим большой высоты. Парашют у нас открыт, но... Так, что это у нас? Не знаю, что это. До скорости, понятное дело. Здесь вот задание. Мы два их выполнили, да? Уже даже три. Какое-то третье еще. То, которое они заказывали, выполнили. Так, сколько метров? 1000. На 500 метров должен раскрыться парашют. О, на 1000 открылся. Хорошо. Кстати, здесь было написано, на скольки он должен открыться. Вроде как. Нет, не здесь, вот здесь. Вот, на 1000. И это можно регулировать. И теперь долго-долго он будет спускаться. Видите, нас отнесло немножко. Так. Вот, я скорость немножко увеличу. Так. Потому что мы тут падали очень-очень долго. А под конец... Вот так, подвисли. Мы подвисли. Ничего страшного. Вот тень наша, мы все видим. И должны 6,8 нормально все приземлиться. Прекрасно. Теперь забираем ракету и получаем данные. И может чего-нибудь себе. Сколько мы науки
получили 16 очков и 72 тысячи денег заработали. Теперь нам нужно научный центр. Нет, это не научный центр. Научный центр, по-моему. Вот это у нас научный центр. Да. Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно открыть науку. 5 единиц, да? Термометр мы купим. Так, антенну мы купим. Отстреливающий декаплер купим. Это что такое? Коммутатор какой-то. Непонятно, что за коммутатор. Я не в курсе. При мне таких не было. Так, еще 5 единиц, да? А тут что? Вот, 15, да? Нам уже не хватит, у нас 11. Ну, давайте возьмем это. Двигатель нам нужен. Бустер нам нужен. А вот сможем ли мы дотянуть до вот такого бака? Потому что вот этот бак мне вообще не впечатляет. Будем пока на бустерах летать. А двигатель нам все равно нужен. Так, 6 единиц. Давайте посмотрим не туда. Сколько открылось новых заданий. Ну, на орбиту нам рановато. А вот вылететь из атмосферы, в принципе, мы можем. Что тут? Не, посетить зону мы... Нет, это нужен самолет. Наш самолет, наш этот... Так. Давайте сохраним. На всякий случай. О, что это такое? Да. Сохрани. Что-то такое мне очень интересно. Потому что мы свой корабль за рекавери. За это. Так, нам нужно 100 тысяч. Чтобы улучшить взлетную полосу. Ну, не взлетную полосу, а вот именно взлетную площадку. Так. Это при взлете, да? Давайте возьмем. Протестировать при взлете. Что-нибудь есть еще при взлете протестировать? Это суборбита. Это мы еще пока не можем. Давайте возьмем эскейп атмосферы, но мы не будем сейчас его делать. Мы сейчас продолжим зарабатывать очки науки. Для этого нам мы лететь вообще никуда не будем. Вот это уберем. Парашют тоже уберем. Так. И поставим термометр. Давай, термометр. Наш карбонат не сможет выйти из этого. Хотя, надо попробовать. Может и сможет. Если сможет, тогда сюда повесим. И эту вниз повесим. Так. Мы просто возьмем данные по температуре, и на этом закончится все.
Так, никуда мы лететь не будем. Здесь мы данные уже брали, но все равно еще кое-какие остались. Так, возьмем температурные данные. А вот репорт бесполезен. Тут ничего нет. Так. О, может быть. Ива репорт. И давайте попробуем отойти. 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 Прыжок. Куда-нибудь отойти. О, прыгает. Класс. Упал. Так, там есть буковка R, но ему не поможет это дело. Здесь у нас атмосфера чересчур жесткая для этого. Для того, чтобы... Нет. Бессмысленно это я делаю. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Интересно, что там? Что вот это такое? Давайте сходим посмотрим. Какое-то интересное приспособление. Бункер какой-то. О, сюда можно зайти. Классно. Классно, такой наблюдательный пункт. Бункер. Так. Сейчас мы сядем в модуль. И... и Б. Все, теперь можно отправляться. И мы получили еще немножко науки. Может, нам хватит на следующий 10, да? Наверное, не хватит. Давайте посмотрим, хватит или не хватит. Здесь у нас надо 20, у нас 10. 15. Здесь 15. Не хватило. Жалко. Ну ничего. Сейчас мы продолжим это все. Возьмем сейчас еще одну. Так. А я не протестировал то, что я хотел. У нас же было задание. Протестировать двигатель. Да, давайте проверим задание. Так, вот задание. ЛВ-Т-45. Вот он, ЛВ-Т-45. Давайте мы его наденем. Ну, вот эти модули не нужны, потому что мы лететь никуда не будем опять-таки. По-моему, не нужно ничего. Давайте попробуем. Сейчас я просто нажму пробел. И он будет считаться протестированным. Да. Все. Видите как. И уходим. Без всяких проблем. Немножко денег, немножко опыта. Так. Так, сейчас мы соорудим что-то похожее
на ракету, которая выведет нас в космос. Так, здесь тройную. Так, стабилизация у нас нету, отсутствует. Так, как бы нам не сгореть в атмосфере. Так, антенну мы берем. Обязательно антенну мы берем. Так, только одну. Три не надо. Не антенну, а этот термометр. Вот этих мы берем две для равновесия. Жижу, жижу. И парашюты. Не знаю, брать несколько я один. Так, вот эти штуки нужны. Тоже три их надо. Жалко, конечно, их выбрасывать. Но так, давайте мы их поставим вот тут напротив. Да, чтобы оно в полете тоже стабилизировало. Если оно, конечно, так работает. Если не работает, не страшно. Пускай так будет. Так, опять-таки один. Антенна у нас одна. Монопропилен мы уберем на всякий случай. Так. Антенна, кстати, нам не нужна, потому что электричество у нас не восстанавливается даже при полете, поэтому как бы антенна бесполезна. Так, температура. Так, парашют. Давайте возьмем несколько датчиков. Термометров тоже несколько, чтобы не лазить к ним. Если бы можно было бы поставить антенну. Антенну, в принципе, можно поставить. Но пускай будет несколько датчиков. Так, парашют. Парашют. На этот модуль должно хватить. Так. Ну что? Чтобы нас не унесло, мы должны уменьшить мощность. По-моему, 30%, 39. Давайте 37. Очень, да, 36 36 5 37 5 39 5. Давайте 39 5 39. Так, а здесь 70, наверное, поставим. Это процентов оттяги будет. То есть они будут работать дольше, но... Так. Парашют у нас самый последний. Потом этот отстреливается, когда он уже отработанный. Этот включается, когда отстреливается вот этот. А эти все включаются. Так, давайте попробуем, что у нас получится.
Чересчур тяжелый, да? Он говорит. Чересчур тяжелый. Масса 18 тонн, у меня 800... 18900. А давайте мы уменьшим количество топлива в верхнем. Да, вот так вот. Оп, оп. Вот так вот. В верхнем модуле. И посмотрим, получится ли нам долететь до атмосферы. Так. Внизу мы все уже померили. А мощность не имеет значения, потому что это сухие твердотопливные баки, они на мощность не влияют. Так, включим электричество. Не включим. Почему мы не включим? Отсутствует САС. Ну ладно. Поехали. Recover. Посмотрим, что у нас с пилотами. Scientist, конечно. Давайте мы женщину-пилота посадим. И она уже должна уметь управлять кораблем, и тогда он не будет вилять, и все должно быть хорошо. Все, САС включилась. Чтобы он нас не тянул. Так, у нас, насколько я помню, сейчас музыка должна заиграть. Вот, 70. Вот это у нас уже космос. Лог температуры берем. Это. И.
И крю-репорт делаем. Так, все, научных тем у нас больше нет. Не помню. Можно еще раз делать. Нет, тут ревью только можно делать. И выйти в атмосферу. Его, видите? Его нельзя. В космосе нельзя выйти. Так, делаем ускорение. Ускоряемся. Так, сейчас мы будем падать. Стабилизацию, экономим электричество. Что тут с электричеством? Электричество еще валом. Но только 46, чуть-чуть совсем потратили. Так, попробуем крэв-репорт сделать еще раз. Нельзя. Жалко. Электричество. Температуру тоже. Можно перезаписать, но перезаписать я не хочу. Так, парашют открылся. Все, 20. Будет сейчас 7. Это скорость 7, да, 6. Сейчас можно ускоряться. Так вот. Хоп, все получилось. Так, давайте сделаем его репорт. Да. И зайдем. А, мы можем забрать дату с этого, с термометра. Вот. И зайти Б. И еще раз померять температуру. Вот так. К сожалению, это у нас не научный деятель, он не может перезарядить мастергу. Поэтому вот так вот. Вот, 45 науки мы насобирали. 135 тысяч. У нас стали фонды. На этой радостной ноте я с вами попрощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч. Всем удачи.